Сегодня 1 августа, и мы летим Москва-Анталия. И наш отпуск начинается. Ура! Итак, дорогие друзья, 1 августа, и мы вылетаем в Анталию. Ура, ура! Мы прибыли в аэропорт раннее-раннее утро. У всех отличное настроение, сдали багаж, никакого перевеса и только вперед. Марк! Ура! Марк. Отпуск наступает, да, а у нас впереди грандиозное путешествие. И всегда перед вылетом есть приятный момент побаловать себя в дьюти-фри. Москва провожает нас такой замечательной дождливой погодой. Приятный теплый дождь. В доме гостиная, небольшой рум-турчик решил сделать, кстати, Наталья против. Кухонька такая у нас тут, есть все необходимое, посудомойка, стиралка даже есть, пожалуйста. Вот детская комната, Марк тут одевается, прекрасная у нас окном. Вот, и даже такая у нас гардеробная комната, пожалуйста, с утюгом, то есть вообще все по-взрослому. Вот, можно останавливаться больше, чем на неделю, на две. Вот тоже тут у нас санузел. И идем на второй этаж. На втором этаже у нас тут тоже санузел есть наш. Открывать гардероб с душем. И тоже заложились тут наша вот спальня такая. Вот в таком вот доме мы живем, двухэтажном. Итак, дорогие друзья, как же мы встречаем утро? Ну, конечно, готовим кофе. Да-да-да, варим-варим. Можно сделать оладушки, что мы сделаем уже завтра. Можно сделать что? Омлетик, да? Что-то такое. Да, сегодня хотели оладушки, но нутеллу мы вчера забыли, поэтому будем ждать завтрашнего дня. Да, дети очень ждут турецкую нутеллу почему-то, потому что она здесь вкуснее, да? Потому что она здесь очень дешевая. Такие лайфхаки. Будем там завтракать. Наша подружка пришла к нам новая. Привет, подружка. Как дела? Как дела? Бегает, здесь гости приходят, дружат с нами, да, дорогая? Приходи, приноси нам удачу, дорогуша. Итак, дорогие друзья, первый завтрак. Нет. Ты взялась за себя, хочешь похорошить, но куда еще? Приехали, ура! Наш первый завтрак. Вот такая вот вечеринка намечается здесь, ребятки.
И у нас уже зреет барбекю. А кто будет делать барбекю, будет отдыхать в таком вот замечательном, шикарном гамаке, качелях. Да. Ну что у нас сегодня на завтрак? Омлет и гренки с сыром. Омлет и гренки с сыром. И колбаски, ребятки. И, конечно же, лепестки цветов, ребятки. У нас тут шикарно растут цветы, свисают сверху. Создают неповторимую атмосферу для нас, такую праздничную. Ну, такие вот дела. Приятного аппетита. И я не удержусь сделать несколько комментариев. Пляж Чалыш, город Фетия, славится очень красивым длинным променадом. Кто-то сравнивает его с Мармарисом, но, на мой взгляд, он гораздо больше, гораздо просторней, протяженней. Завершается заповедником, специальным парком птиц. Вот, кто-то говорит, что не хватает здесь пальм, может быть, меньше пальм, чем в Мармарисе. Не так тенисто, но пальмы есть. Но и, опять же, тень ищет кто устал от солнца. А мы, наоборот, идем и радуемся, наслаждаемся жизнью. Здравствуй, море! Ура! На пляже Чалыш по правой руке. Здесь всегда есть места. Ура! И мы на море. Мы приехали в Фетхе, открыли для себя это место. Я очень люблю. Почему? Потому что здесь мало людей, прекрасное море, огромное количество пляжей, прекрасно, красиво. И мы здесь бежим, отдыхаем. Просто восторг, ура! Привет всем! Готовимся сегодня сделать замечательный пикник. Пожарим, возможно, курочку, может быть, рыбку. Посмотрим, что нам попадется сегодня на улов. И обязательно расскажем вам об этом. Ждите нас за столом. Вот она, наша турецкая курочка. Уже на подходе. Уже шкварчит вовсю. Ну что? А здесь у нас великолепный салат. Наталья, расскажи, что за салат у нас такой? Салат с тунцом. Итак, барбекю-вечеринка сегодня с курочкой. Ну что, ребятки, готовы ли вы? Да! Ура! Ура! Что ура! У нас сегодня на столе? А вот она, шикарная наша курочка в готовом виде.
Наталья, продолжи. Соус адзуки, да? Да, и салат с тунцом. Даже Чалыш частенько можно наблюдать такую картину, когда люди просто со своим столиком встречают закаты и наслаждаются жизнью. Итак, мы зашли в парк Фетия. А в парке вот такая вот замечательная детская площадка. И наши детишки, конечно же, пошли поиграть наверх. Но там есть определенная очередь из детей, чтобы спуститься вот по этой горочке. Масштабы впечатляют. Вечерние Фетия. В основном в Фите можете увидеть такие релаксовые рестораны, где вечером можно спокойно посидеть, отдохнуть, в непринужденной атмосфере покушать, затем посидеть в кофейне Gloria Jean's, например, кушать десертик, попить кофе, весело провести время с друзьями, с видом на море, слушая морской бриз. Вот один из самых лучших, наверное, отелей Фетия, Сандия. Каждый вечер здесь проходит мероприятие. Работает шикарный ресторан. Традиция кое-что отеля. Первая линия моря. А мы в центре Фетия, старый город, и решили покушать, поужинать. У нас сейчас будет шаурма и, конечно, айран. Айран здесь очень вкусный, особенно с шаурмой. Ну, ждали шаурму? Конечно, шаурму-то. Погуляли по магазинчикам, а сейчас можно по шаурме. С айраном-то вообще. Всем привет. У меня шаурма. Как же вкусно, а? Просто нереально. Мы зашли в такую местную шаверму турецкую. И здесь, ну, очень вкусно. Thank you.